Итак, пятое место, 6,5 очков. Дзюба Демьян, ты, пожалуйста. Все фиксируется на видео. Ну и так, тройка призеров. 6,5 очков и третье место Коктамышев Тимур. Второе место. Черняев Дима, город Харьков, 7 очков. Министерская подпись, что ли? Для награждения приглашается чемпион Украины по классическим шахматам среди юношей до 8 лет Самуненков Игорь. Так, мальчики,